мальчик. Хорош. Экземпляр. Вот в этой глинке. Думать. Те щеточки, которые достали из ямы, нужно было замочить. Замочили в воде, в ведре буквально. Постояли они сколько-то. И начинаете мыть их. Тупо мыть щеточкой. Чем чище моете, тем они... Потом лучше получится. Вот, у них уже вид божеский начинает получаться. Там, где нужно получше вымыть, это широкая щетка, можно зубной щеточкой чистить. Если кристаллы не очень нежные, ну вот что-то вроде такого, можете металлической щеткой пройтись в тех местах. Вот, когда вы все это вымыли, может быть, не один раз придется мыть. Можно загрузить уже в ведро. Ведро, но ни в коем случае не металлическое, потому что щавелевку будете заливать. Складывайте. Аккуратно вымытые щеточки. Аккуратным образом, самым.
когда сложили, нужно заготовить хорошо щавелевки. Литра на 3-4 я беру, ну, ложки 3 столовые щавелевки. Ну вот примерно есть у меня такая деревянная бодейка. Одно, две, ну, вот даже получилось две с лишним, тут третья с бугром. Размешиваем. Хорошо размешивается. Даже если что-то не размешалось, ничего страшного. Пластмассовой таре или деревянной ложкой, или таре из нержавейки, потому что железо начинает реагировать. Когда вы все это сделали, заливаем эти щетки. Щеточки залили, кристаллы будет что будет, и ставите их куда-нибудь не на мороз, но желательно в теплое место. Если попало на руку или что-то, промойте водой, ничего страшного здесь нет. При работе с кварцем, ну, в частности кварцевые щетки, следует обратить внимание. Несколько раз пришлось вот чистить такую щетку. То есть вычистить ее от глины, потом замочить в щавелевке, промыть щеточкой с водой в воде. Потом снова замочить, и так несколько раз. Раза 3-4, что ли, у меня получалось. Только после этого более-менее стало. Конечно, такие вещи нужно доводить. Спиливать лишний балласт. Так вот она кому нужна. Если вот так вот отпилить, то уже будет лучше смотреться. Вот тоже за несколько раз ничего не получилось. Видите, это пару раз в щавелевке держал. Конечно, можно и нагреть щавелевку, и дольше держать. Но там другая беда. Все равно оксалат снимать нужно будет. С другой стороны, вот нужно внимательно смотреть. Некоторые щетки, вот здесь вот может иметь смысл, и оно так получилось, что вот эти окислы железа, они практически все сошли, и образец так еще более-менее смотрится. А некоторые бывают, ну вот этот вот что-то мне не очень нравится. Белесый весь такой, белый. А вот у некоторых образцов, когда до конца не дотравишь щавеловкой, получается некий шарм. Так вот, с одной стороны, вроде бы и все протравилось. А есть участки, которые остались. Но сейчас нет таких образцов у меня. Они все у меня ушли сразу. Всем понравились.
не сплошное белое, белесая щетка, а с отдельными вот этими остатками окислов. Они неплохо смотрелись. Другое дело, конечно, когда речь идет о кристаллах. О кристаллах кварца. Видите, вот эти вот натеки окислов. Их надо убирать. Они только вот сверху мешают. Вот эта вся хрень. Сверху снимите, и видно будет. Видно будет кварчик прозрачный. Может, фантомчик где-то там попадет. Ну, в общем, как-то так. Но вы должны понимать, что щавелевки или лимонки подержали, да, вообще весь этот сверху налет убирать, когда будете, он сверху только и снимет. Но ни в коем случае щавелевка или кварц она не разъест. Щавелевка и лимонка кварц не разъест. Вот здесь вот смотрите образец, вот это вот кварц, и здесь вот вторая половина кристаллов, это кварц с гематитом. Это не есть гематитовый налет, то есть сколько тут не биться, вот эту вот желтизну ее никак не убрать. Но в данном случае это и не нужно делать, потому что вот с ней попробую потом на солнышко сделать. Образец гораздо лучше будет смотреться.